Уважаемые друзья, поздравляю с профессиональным праздником, Днем спасателя, сотрудников и ветеранов МЧС России. Вы по праву заслужили авторитет и уважение и в российском обществе, и далеко за пределами нашей страны, решая все поставленные задачи добросовестно и эффективно. Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения катастроф и чрезвычайных ситуаций. Противостоите природной стихии, помогаете тем, кто оказался в беде в результате вооруженных конфликтов. Боретесь за жизни людей, проявляя личное мужество и отвагу. Каждый из вас осознает огромную степень своей ответственности, работает четко, слаженно, с полной самоотдачей, с честью выполняет свой профессиональный и человеческий долг. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу. Особые слова признательности ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания МЧС, закладывал его славные традиции. Рассчитываю, что и в дальнейшем ваше ведомство будет динамично развиваться, улучшать систему предотвращения и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, внедрять современную технику, совершенствовать программы подготовки специалистов. Со своей стороны, государство продолжит оказывать вам всю необходимую поддержку. Еще раз от души поздравляю вас с профессиональным праздником и, конечно, с наступающим Новым годом. Желаю успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким.